Хайоу, ребята, с вами Фибоначчи, мы продолжаем прохождение Hollow Knight. Так, я почти уже добежал до кузнеца, сейчас мы улучшим наш гвоздь. Вот этих ребят я сейчас с двух ударов убивал, а которые кряхтят, которые хо-хо маршируют, их с четырех ударов. Вижу, у тебя есть немного бледной руды, это металл редкий и благородный. Дашь мне руду и немного гео за труды, я перекую твой гвоздь, и он станет сильнее. Конечно. Чунша. Как пожелаешь, тогда я примусь за работу. Вот, получай. Перековка завершена. Я добавил твоему гвоздю борозду, теперь он будет рубить еще лучше. Ты поймешь, что он стал сильнее. Иди и попробуй его на своих недругах. Так, а дальше ты будешь мне делать? Ты все еще здесь? Хочешь еще чего-нибудь? Если принесешь мне два куска бледной руды, я смогу перековать твой гвоздь и сделать его еще сильнее. Теперь два куска надо. Один такой как нашел. Так, а я могу, в принципе, вот тут спрыгнуть, наверное. Бам. Отлично спрыгнул. Ну да, теперь этих зато я с одного удара убиваю. Здесь сейчас этот будет марширующий. Во. Раз. Два. Оу. И не их с двух. Ну, может быть, с трех, если бы пауки не ударили. Отвали. Так. Ну все, я теперь супер-мега крутой, супер-мега мощный. И куда мне отправиться дальше? Королевские стоки. Ну, в стоках я вроде... Погнали в древний котлован. Не знаю, что там будет. Раз и посмотрим. Да, два удара. Утонули. Гео мои. Оу. Все же стукнул меня, ладно. Мне бы как-нибудь... количество... Да ты что, издеваешься, что ли? Количество талисманов увеличить? Вот это бы не помешало. Так, мне намного дальше бежать. Здесь наверху. Наверху там вроде все. Но там он как какие-то есть, конечно, пути, но я не думаю, что сейчас туда надо идти. Потом. Как-нибудь потом схожу. Оу! Неожиданно, неожиданно вы тут появились. Что-то я вообще неаккуратно играю. Все, я уже почти добежал. До древнего котлована. На-ка. Эти с двух ударов умирают, а этот толстый... Толстый с трех умирал с четырех раньше. Вот сюда сейчас. Не убежите. А, там чуть-чуть дальше и там вниз, в общем. Вот сюда. Древний котлован. Ну чё, погнали. Подходи. Раз, два. И этот с двух. Подождите, а я здесь был. Это тот самый котлован. А зачем мне вниз-то спускаться? Я же здесь-таки и спускался. И как раз попал я в стойки. Тогда сюда не надо. А если сюда не надо, то куда? То некуда. Давайте тогда пойдем в пещеры, в кристальные. Ну, сейчас, в общем, я пойду на вокзал, наверное. Притом на вокзал, который слева. Нет, сначала тогда вот сюда заглянем. Здесь вот еще чуть-чуть выше можно, вот в этом здании. Я туда как раз-таки не ходил. И потом пойдем мимо мест... Где я уже там не бывал. А как тут выше? Он выше-то не едет. Выше он не едет. Что-то я не понял. Мне надо выше. Выше это вон туда. И как мне, собственно, туда попасть?
А никак. Для этого нужно выше прыгать. Ой, случайно. Ладно, тогда возвращаемся вон к тем местам, где я недопроходил. Потом уже подумаем, куда идти. Так, ну вот, я уже где-то совсем рядом. Где-то там должен быть проход налево. По крайней мере, он так отмечен. Ну, если он не тут, то дальше там закрыто рычагом. Что-то я туда уже сходил, посмотрел. Там какой-то рычаг, он мне не дает пройти. Ну вот это я совсем не туда вышел. Здесь, возможно, где-то можно пробить пол, да, и спуститься вниз. Либо откуда-то прыгнуть, спрыгнуть, я не знаю. Святилище душ. Так, вот здесь я не был с этой стороны. Пойдемте туда сюда. Где-то какой-то я рычаг, что ли, не нажал. В общем, вот там справа, где проход, там закрыто. И это что? И здесь закрыто. Что там? Осмотреть. Витиевая дверь из блестящего металла. В двери есть щель под что-то вроде ключа. Блин, надо в город возвращаться, походу... Там где-то будут ключи. Можно еще выше проползти, но мне туда не допрыгнуть совсем никак. И дальше проходов тоже никаких нету. Ну ладно, пойдем тогда куда-то, я не знаю. Пойдемте до вокзала, а там уже, может быть, в пещеры тогда отправимся. Потому что тут я что-то уже не знаю, что делать. И продолжим уже тогда... В городе. Ну что ж, вернулся я в город, смотрим, то ты, может, что-то скажешь. Но посмотрим, может, что-то у продавцов появилось. Ему вообще нужен какой-то ключ был, да? И он сказал, что у него... ну да. Ему надо как-то открыть шкатулку, тогда он сможет новые вещи продавать. А вот, вот здесь... Папа, надо. Снова хочешь прикупить? Боюсь, пока ничего достойного. Кортифер, конечно, будет счастлив. Ну вот и все, блин. В городе просто ничего нету. Сейчас будем смотреть. Где я еще не бывал и куда я могу попасть. Всякие разные кусочки. Город слез. Пустоши. Глубинное гнездо. Древний котлован. Да, в нем я был. Ну вот в древний котлован, кстати, можно, да? Прискакать, пойти туда направо, окрестности дворца, там и вниз можно. Это как вариант. Ой, а что это я закрыл все? Но и... Вон, у нас есть трамвай, который куда-то нас привезет. А также в кристальную пещеру. Вот я думаю, лучше в кристальную пещеру пойдем. Ну, в эти, в шахты, вернее, не в кристальную пещеру. Тогда сейчас возвращаемся на забытое перепутье. Вот сюда. И оттуда уже двинем. Там-то пол я теперь смогу пробить уже. Здесь можно и сохранить. Отсюда сбежать совсем недалеко. Я уже где-то прям совсем рядом. А тут вот где-то была еще темнота. Я там, по-моему, уже побывал. Да что ты? Вот тут. Вот тут была темнота, правильно же? Да не особо тут темно. Но здесь, что было, я везде все обыскал. Ладно, не будем сбиваться с пути. Идем, куда шли. Вот сюда мне надо. А, вот тут было темно. Во! Кристальный пик. Но в кристальный пик мне надо не отсюда идти.
Здесь я ходил, там тупик какой-то. Мне надо идти оттуда, где я смогу пробить пол. Это, по-моему, было вот здесь. Да. Вот она, шахта. Ну все, ладно, хоть что-то новенькое будет. По одним и тем же местам шататься не особо-то интересно. Поехали. Энергия есть. Во. Бамс. Ломали. Это что, это не лавка? Кристальный пик все же это. И там, наверное, куда-то можно было вправо, либо влево, да, отпрыгнуть. Карты нету. Сейчас надо найти Корнифера в первую очередь. Чтобы открылась карта. С теми же жуками я уже сражался. Они, в принципе, несложные. У! Сосулина. А, подождите, так вот тут-то я был. Я что, сейчас все равно не смогу пройти, что ли? О, ничего себе, они быстро умирают уже. Я раньше их так долго бил. Но почему-то я же здесь не смог пройти. А, нет, я мог пройти, я просто туда не пошел, не захотел. Да блин, умирай. То два удара, то три. Получается, три им удара. Может, и четыре даже, кстати. Так, что-то новенькое, да? Теперь мне придется бегать по шахтам. Так, ладно, там шахтер. Где Корнифер? Надо внимательно смотреть за всеми этими... Бумажки где-то раскиданы. Там будет Корнифер. Повернись. А шахтеры злые или нет? Три удара. Ну, всего всего. Шахтеры, кстати, злые. И они кидаются кирками. А, там тупик, оказывается. Всего два удара по ним. А как же наверх-то попасть? Вон там можно попасть наверх. Прикольно. Не надо самому карабкаться. Паучки просто топ. Убивают, когда надо, когда не надо. Тут какие-то сверла торчат. О, ничего себе. А как мне к тебе пройти? Куда-то я все выше, и это что такое? Это бессмертная штука. Их просто надо оббегать, они как ловушки получаются. Надо внимательно следить. Вон, луч пошел. Сейчас луча нету, но он сейчас начнется. А что он сделал, что меня ударил? Он же киркой вверх кидает. Или он может прямо кидать? Ну-ка, ломайся. Ну нифига себе, там сверху, кстати, можно пробить было бы. А я допрыгну вообще до туда? Черт, не допрыгнул. Еще разочек. А, нет, там же... Блин, а их нельзя это... Нет, от них отпрыгнуть нельзя. Тут я никак не допрыгну. Блин, опять какие-то проблемы с тем, то что я не могу допрыгнуть, там залезть. О, странички. Отлично, Корнифер. Офигеть. Где же он? Где наш Корнифер? А! Жесть! Да здесь не так-то и просто будет. Я пока до тебя дошел. Гребаный писарь. Меня почти уничтожили эти лучи. О, вот эта вот штука, чтобы подлечиться. Но я до нее не допрыгнул. Размеры этой горы поражают, правда? Я от кого-то слышал, что там, на самом венце, есть площадка. Сам-то я туда не полезу. Небольшой любитель высоты.
купить, конечно, купить. Кристальный пик. И чё, вот тут мне опять не пройти? А вот как здесь пройти? Никак. И наверх никак не... Но я хотя бы смогу тут подлечиться от этой штуки. Сейчас, надо только ждать, пока она поползет. Хоть чуть-чуть. Но наверху чего-то, осколок чего-то. Я хотел бы туда попасть. Но не могу. Жесть, я не хочу обратно через этих идти. Они очень сильные. Вот он, вверх кидает кирки. Какого хрена он так... А, он еще и бить ими может, ладно. Тогда он меня, наверное, ударил. Жесть. Просто этот что за черт? Меня тут не убьют случайно? Вот сейчас надо запрыгивать. Так, тот уже зарядился. О, лавочка, лавочка меня подлечит. Самое главное, чтобы она была не сломана. И тут какой-то... Это враг. Кристаллический страж. Ну вовремя, блин. У меня здоровье-то не особо. Ай! Черт. Надо как-то его это... Надо ему как-то за спину зайти. Он мне не дает. Ну, он, в общем, умер сам. Почти меня убил. И без своих кристаллов он ускакал. Фу. Жесть, выжил. Выжил кое-как. На самом деле, ему там один удар оставался. А куда он поскакал-то? Там идти-то некуда. Можно было, кстати, мне сейчас не лечиться этими. Это... Кристаллический страж. Испугал, блин. Сейчас убьет, я все деньги потеряю. И т.д. и т.п. Рычаг. Который что? Который открывает путь куда-то вниз. Поползли наверх. А! А выше-то нельзя? Ну, полетели вниз. Вот здесь вот лучше. Поаккуратней. Так, вот это... Оу. Кристаллическая какая-то тварь стреляет. Офигеть, она еще и оставляет после себя огромные кристаллы, на которые тоже нельзя падать. Но враги тут уже серьезные, я бы так сказал. И босс был, в принципе, серьезный. И он, наверное, только потом станет сильнее. Давай, заряжай меня. И тупик. Погнали вниз. О, здоровье. Где я уже? Я уже с этой стороны. Вот тут тоже надо пройти. Здесь я не был. Просто посмотреть, что тут. Что-то мне неохота уже смотреть, что тут. О! Нет, до этой штуки надо добраться. А! Фига. Не допрыгнул. А вот это мега опасно. Ха. Есть. Оу. Спасайся. А вот рычаг. Я его сначала не заметил. Открой мне. Давай, открывай же. Отлично. Я думаю... А, все, и он ловушки выключил. Еще лучше. Теперь можно безопасно тут пройти. Но зачем мне туда? Внизу есть лавка. Типа можно было бы вниз. Но я спущусь лучше справа тогда. Там как-то, я думаю, побезопаснее все же. Повернись, злодей. Ага.
А тут дальше-то вниз и некуда. Вот, ну, в принципе, в смысле, я думал, все время по прямой можно было бы спуститься, а нифига. Опять там какие-то механизмы. Что это было? А, фига, я его и не заметил. Ой, нет, опять туда. Быстренько убили, пока он ничего понять не успел. А вот те уже поняли. Смотрим. Ой-ой-ой, сейчас я огребу. Хорош. Хорош. Хорош, прошел. Так, все. Собрали все гео. И со спокойной душой ушли. Знаете, ребята. А вы, блин, молодцы, кидаться, да? Открывай. Открыл. Дальше вниз. Нет, вот тут. Так, сразу сокровищница. Опять эти ловушки. Ай! Надо было подождать. Что-то я думал, как бы хотел побыстрее пройти. О, все. И тут еще целая куча их, да? Оу. Блин, и где я окажусь? А, ладно, хоть тут. Накосячил, накосячил, да. Да что ж такое-то? Это же легко, блин. Во, все. Прошли. Как бы их отключить? Я через них обратно не хочу идти. А тут еще и движется она. Ну, отлично. О! Ха. Блин, а вот это будет уже непросто. Пойдемте вниз. На свободу. Где я? Хрен его знает. Блин, и подлечиться тут не от кого. Сейчас посмотрим. Во, есть от кого. Но от нее можно не только подлечиться, а можно еще и огрести. Еще ниже. Еще одна такая же штука. Ладно, хватит пока. А тут вот... Может тут... О! Вот они, крестьяне рабочие. Но они еще и дерутся, блин. На! Все, замечательно. Два здоровья поправим. Идем обратно через те ловушки. Не хочу я что-то либо оставлять за спиной. Черт, это будет непросто. Здесь без рывков надо. Нет, без рывков тоже не выйдет. Вот тут я, допустим, пробегу. Там еще надо так аккуратно подобрать. Чтобы под следующую не попасть, да? Все. Прошел. Надеюсь, отключить их. Да, можно отключить, отлично. Здоровья нету совсем. Ну и, кстати, это не факт, что отключить. Это просто открыть, наверное. Да нет, отключил. Причем все, и вот эти тоже. Снова к шахтерам. Чуть-чуть на них подлечимся. И уже можно идти дальше, мало ли просто такие же ловушки попадутся. А где шахтеры? А уже нет шахтеров. Ну блин. Как мне их обратно повернуть теперь? А. Сами поворачиваются со временем, да? Тут что? Тут дальше какие-то спуски непонятные. О, здоровье. Отлично. Повернись. Так, чуть-чуть здоровья взяли. О, тут еще здоровье. Еще чуть-чуть здоровья взяли. Ну и все, и можно не боясь идти тогда туда. Можно и вот с этого собрать на всякий. Ну и с того тогда. Вот так.
Великолепно. Ай, не доскоч... не допрыгиваю. Все, возвращаемся обратно, по тому пути идем. Раз, два, три. Есть, прошли. Вот, вот здесь идем дальше. Вниз. Эти тоже не появились? Ну и славно. Вот тут что? Здесь темно. Здесь темно, и там летает фигня. А-а-а! Тварь! О, как это так? Нормально, я успел. Не упал на колючки. Там еще одна такая же. Да блин! Ну вот, вот оно. Сдохни, сволочь. Там дальше, я видел, здоровье ходит. Раз, два, три! Не успел! Не успел чуть-чуть ударить. Все уж, здоровья совсем мало. Сейчас опять на кого-нибудь босса попадусь. И хана. Да туда-то я явно не допрыгну. Ну что это такое? Что за локации такие? И вниз, наверное, мне не стоит. О, так он появляется. Сейчас мы на нем туда пофармим. Пофармим именно энергию. Вот это вот хорошо, что он здесь есть. А те, наверное, не появляются. Аккуратно. Аккуратненько. Ай! Так, мне по идее, я сейчас должен уже скоро буду спуститься к нижней лавке. Да, и я тут уже много всего исследовал. Вот здесь я точно не был. Если я попрыгаю сюда, то я уже обратно не вернусь. Ну как, вернусь, просто придется подождать. Ладно, взяли яйцо. Обратно. Раз, два, три, четыре, пять. Сюда. Что ниже? Ниже тоже что-то есть. А, там вон колючки, кстати. Ну вот сюда надо вот так прыгать. Тут надо думать быстро. Здесь темно, не видно, что там внизу. И обратно. Туда-сюда бегаю. Да ты! Зло воплоти. А здесь нельзя пробить? Вроде не. А, ну и все. Этим, на этом все и закончим, да? Получается. Я возвращаюсь вообще обратно, где я уже был. Но вот с этими шахтерами я еще не разговаривал. Поговорили, и славно. Золотишко собрал. Вот и все. И там остается место, где я не могу допрыгнуть. И, в принципе, тут уже ловить, наверное, будет совсем нечего. Маленькие локации. Босса я здесь убил. Вот она, лавочка наша. Так, сохраним игру. Ну и, наверное, давайте, ребята, уже продолжим тогда в следующей серии. Если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Фибоначчи, и пока-пока.